сегодня 5 ноября 2024 год, ночной 12-й часть этого замечательного игры. Посмотрим, что будет делать Данте. Думаю, здесь есть старый туннель. Может, так мы сможем выбраться? Еще заряд! Они почти здесь! У меня есть идея! Я застрял в Лимбо и не могу им ничего сделать отсюда! Нет, можешь! Я распыляю, а ты сносишь балки. Вот, теперь тяни! Еще раз! Быстрее, девчонка там! Хорошо, давай снова, поспеши! Ты в порядке? Да. Пошли. Ну, давай. Ты хоть знаешь, куда он ведет? Я знаю это место как свои 5 пальцев. Ну же! Прячься, быстрее! Оставайся там. Не думай, что тебя заметили. Эй, погоди. Кажется, я что-то видел. Черт! Кэт, стой и не шевелись. Забей, девчонка там дальше, нам нужно идти. Они ушли. Пойдем. Ты в порядке, Кэт? Да, все нормально. Смотрите, это сексуальная девочка, я за него жизнь дам. Руки на голову, лицом вниз! Кэт, прячься! Он убегает, догнать! Нет! Быстро! Отправляйся в ту комнату и спрячься! Я же тебе говорил не бежать! Черт! Он идет! Что ты творишь? Не высовывайся! Эй ты! Руки за голову! Я поймал девчонку! А я тебя, мудила! Ты молодец! Пойдем, нам сюда. Ну зачем всех убивать? Мы террористы, помнишь? Это были мои друзья! Как же противно! Они заплатят за это. Но сейчас нам нужно найти Вергилия. Сюда! Где Вергилий? Вергилий! Данте!
Вергилий застрял в Лимбо. Он в беде. Эй, ты! Ранка, ты спятил? Ты что здесь делаешь? Вытаскиваю тебя, бро! Спасибо, Данте. Кэт, ты все еще жива? Отсюда есть выход? Да, есть аварийный выход, я отведу тебя туда. Пошли! Нет, еще нет. Что? Здесь терабайты важных данных, мы не можем отдать их. Какое это имеет значение? Они все узнают о наших планах. Если они получат эти данные, все, над чем я трудился, будет напрасно. Кэт, да. Включи самоуничтожение. Я не могу это сделать. Они прорываются! Демоны вламываются! У нас нет на это времени! Когда его, Данте? Чтоб тебя, Вергилий! Кэт, продолжай. Это недолго, Кэт. Я помогу. Сколько вам нужно? Недолго. Пару минут. Хорошо. Загружайся. Ну, чувак. Ай, бля!
Эй, Данте! Это может помочь. Здорово. Как у вас дела? 2 минуты, Данте. Я могу сдерживать их сколько нужно, но я не смогу защитить Кэта от федералов. Поторопись! Понял. 2 минуты. Уничтожение данных завершено 45%. Угадаю, 2 минуты? Все готово. Мне нужно еще минуту, чтобы забрать с серверов все, что смогу. Она на грани риска. Все хорошо, Данте. Это важно. Автоматический алгоритм подрыва. Введение. Не круто выглядит. Готов. Опасность взрыва. Они почти здесь. Пошли, Данте. Подожди. Что? А как же Кэт? Для меня нет выхода в реальном мире. Нет, мы не можем ей помочь. Мы не можем бросить ее. Подумай, Данте. Мы в Лимбо, она в реальном мире. Здесь вот-вот все взлетит на воздух. Он прав.
ничего не можем сделать, идем. Иди, я скоро. Данте. Дай мне секунду! Так, послушай меня, у нас мало времени. Опустись на колени, подними руки вверх. И не сопротивляйся. Мне страшно. Что они со мной сделают? Тебе нужно просто продержаться столько, сколько сможешь. Я вернусь за тобой. Не стреляйте! Нет! Блядь! Сюда, быстрее. Пойдем, Данте. Это еще не конец. Это еще не конец. Его девочку украли, что ты говоришь?